Здравствуйте, сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю тушеные кабачки или закуску из кабачков такую. Горячим ее можно употреблять или в холодном виде. Вот здесь вот сковорода, здесь я порезала кубиками наши кабачки. У меня там включена уже конфорочка. Берем нашу сковородочку с кабачками. Идем, ставим отсюда на печечку. Здесь у нас уже нагрелась, она долго нагревается. Наливаем сюда опять капельку водички, потому что они у нас сок выделяют. Ну, чтобы маленько налить водички, чтобы они не подгорели. Закрываем крышкой и пусть стоят они у нас. Здесь вот у нас, вы видите, морковочка, лучочек, томатная паста, чесночок. Пока у нас там это будет все тушиться, мы нарежем с вами лучок произвольной формы. То есть, конечно, крупными не надо кусками. Ну, вот так, поменьше. Можно поменьше, можно средненькие такие кусочки приготовим. У нас по луковице большой. Я так покрошу его. Высыпаем в тарелочку. Приготовим это все, чтобы у нас было готово. Высыпали наш сюда лучок нарезанный. Берем нашу морковочку и потрем ее на терке. Морковочки можно натереть по вашему усмотрению. Кабачки у нас сластят, и морковочка тоже дает сладость. Я, наверное, две морковочки сушу. Там у нас кабачки еще утушатся в два раза. Меньше будет, я думаю, достаточно будет. Потому что еще томатная паста будет. Натерли нашу морковочку. Вот сколько, я думаю, только хватит нам морковочки. Достаточно будет ее. Убираем ее всю оттуда. Оставляем талоночку. Нашу морковочку сюда же на лучок. Выкладываем. Вот так. Порежем наш чесночок, приготовим его. Пусть он у нас будет готовый. Не буду я его через чеснокодавку, а вот так порубим. Миленько покрошим его. Вот, вставляем стороночку. И следующее крошим. Вот так. Такой чесночок у нас будет. Чуть страшного, он все равно потом мы его закинем. Кабачки он у нас. Вот. Ну и еще вот так. Вот еще одну. Сильно много не будем крошить, потому что он ядреный такой. То будет забивать один чеснок. Ну, я думаю, хватит. Вот столечко. Оставляем стороночку и ждем. Пойдем посмотрим, как наши кабачки поживают. Сковородочки. О, шумит. Открываем крышку. Ну, посмотрим аккуратненько. Вот так перемешаем. Снизу вверх. Они у нас потом утушатся. Вот. Можно добавить еще маслица маленько. Они еще только начали отдавать свой сок. Пусть стоят у нас под крышкой, они тушатся. Вот так перемешаем маленечко, аккуратненько. Наливаем туда маслица. Исконем вот так вот. Пока достаточно. Накрываем крышкой. Вот и пусть они у нас тушатся. Все, ждем, пока они у нас потушатся. Вот у нас кипит, тут уже поднимаем крышку. Видите, сколько сока образовалось.
Вот сколько много. У нас здесь лучок и морковочка. Мы сюда это все засыпаем. Так выкладываем. Прямо нашу сковородочку. В размере все это уменьшается у нас. Вот у нас тут перчик горошком простой. И сюда же добавляем перчик. Ой, много. Много. Так, посыпаем поверх. Здесь у нас душистый перчик горошком. Мы его тоже сюда закинем. Вот. Еще одну пачку. Значит, у нас тут столько. Мы солью присолим. Так. И сахар. Пока щепотку сахара я добавлю. А потом посмотрим. И все это перемешаем. Еще можем сюда, наверное, мы добавим нашу томатную пасту. Пусть это все будет сушиться. У меня обыкновенная томатная паста. Я беру ложечку томатной пасты. Нужно побольше. Две. Все это перемешаем. Уже крышку мы не будем накрывать. И будет оно у нас это все тушиться. Перемешаем. Будет тушиться одновременно. И одновременно будет этот сок весь уходить, выпариваться. Кабачки молодые. Они у нас быстро проварятся. Так, помешаем хорошо. Пусть это все стоит, тушится. А потом на соль попробуем еще, если будет недосолено. Посолим и посахарим. Это потом будет дальше. Видите, у нас жидкость выкипает. Вот она. Пусть она у нас выкипает. Мы сейчас сюда забросим наш лавровый листик, как мы делаем. Раз, раз. И еще один листик сюда и сюда. Вставляем сковородочку обратно на место. Сюда закидываем наш чесночок. Посыпаем паприкой. Так. Кто хочет черненьким перчиком посыпет. Я паприкой посыпала. Вот здесь вот у меня лимонная кислота. Я буду вместо уксусной эссенции. Я добавлю сюда вот гранулы. Ой, много. Это много. Это много. Мы посыпем сюда лимонной кислотой. Немножечко совсем, потому что мы с собой кисло. Рассыпала. Добавим сюда еще сахарку. Маленечко. И сольки добавим еще. Вот сюда капельку, капелюшку соли. Все это перемешаем. И будем ждать до готовности, пока у нас вот эта жидкость наполовину не выкипит. И кабачки не доготовятся. Вот перемешали. Крышечкой мы не будем закрывать. Пусть она вот так стоит у нас и кипит. Здесь кусочки, раз кусочками. Вот такая красота у нас получается. Пусть она кипит у нас до готовности. Кабачки наши уже готовы. Хватит их в кашу превращать. Выключаем. Пусть даже и жижка будет. Вот они у нас какие. А то совсем вообще будет каша каши. Все, я выключила. Будем выкладывать наши кабачки. Пусть даже и жижечка. И жижечкой можно покушать. Ничего страшного. Это даже еще и лучше. Я сюда добавила укропчик маленечко. Вот так вот. Вот у нас какая закусочка получилась. Оставляем стороночку. Вот у нас получилось. Все.
закуска наша или тушеные кабачки готовы. Все, всем пока-пока. До новых встреч.